Во время остановки в порту Кабо-Верде на яхте проводили исследовательскую работу ученые из Севастополя. Правда, потом выход в Бразилию немного задержался. Вновь прибывшим членам экипажа потребовалось пару дней на адаптацию. Вот она красотка. Яхта «Югра». Атлантический океан. Видим ее воочию. Расположились, заселились. Пойдем сейчас покушаем. Ну и, наверное, отдыхать будем. Такая вот красота, тепло, Атлантика, ребята. Вон сзади красивые острова, катамараны. В общем, все круто. Почти весь отрезок пути до Сальвадора шли под парусом. Мотор заводили в редких случаях, делится капитан яхты «Югра». Новички втянулись, по очереди стояли на вахте. Днем по 4 часа, ночью по 3. Чтобы было не так скучно, организовали между рулевыми соревнования под названием «Голубая лента Атлантики». Кто за смену пройдет больше миль. Однажды попали в зону внутритропической конвергенции. Это полоса вдоль экватора, разделяющая северные и южные пассаты. Штиль сменялся шквалистым ветром, грозами и ливнем. Яхтсмены вновь привыкали не только готовить, но и спать на сильном крене. Вот он, герой наш. Борется мужественно со стихией. И все ему пофиг. Только завтрак не пофиг. После экватора вновь прибывших посвятили в моряки. Из общей кружки испили морской воды с ромом. А чуть позже сбылась и мечта новичков. Они поймали 12-килограммовую барракуду. А позже на удочку клюнул небольшой тунец. 18 ноября пришли в Бразилию. Остановились в Баия-Марине. Очень радостное событие. Знаковое событие. Все рады, я рад. Пересекли океан. Это означает, что мы... Да, в чем знаковость? То, что мы пересекли все, Атлантический океан. Мы свою основную миссию выполнили. Ваши впечатления? Покой и удовлетворенность. Умиротворение. Умиротворение, да. Удовольствие. Получаю наслаждение. В Сальвадоре яхтсмены познакомились с главой русской диаспоры Алекса Беловым. Он построил стальную яхту и обошел вокруг света 5 раз. Написал об этом несколько книг. Тем временем в Бразилии полным ходом шла подготовка к Рождеству. Ребята, не поверите, попали на Новый год. Нечаянно, случайно, негаданно. Вот смотрите, Дед Морозы черные. 23 ноября путешественники отправились в Рио-де-Жанейро. Оттуда путь уже будут держать на Ушуаю. Это город и порт на самом юге Аргентины. Мария Сираева, телерадиокомпания «Юганск».